Шалом, дорогие друзья! Мы с вами сегодня совершим прогулку по такому базару искусства на улице Махлат Беньямин в Тель-Авиве. Вот так оно звучит. Вон надпись. Этот шук, рынок искусства, он работает в Тель-Авиве два раза в неделю, во вторник и в пятницу. Вот сегодня пятница как раз, и мы с вами познакомимся. Это недалеко находится от шука Кармель, продовольственного шука. Вот, и здесь выставлены на продажу изделия различных умельцев. Вот посмотрите, вот, например, изделия из проволоки. Вот часы, лампы, светильники. Видите, как интересно. Вот глобус. Вот различные такие изделия. Вот такая одна штучка стоит от 10 до 15 шекелей. Вот это по 15 шекелей. Вот, ну, здесь еще у него есть, у этого мастера, украшения, колечки различные. Вот такие оригинальные изделия. Идем дальше, потому что здесь много различных столов таких с разными подделками. Вот смотрите, вот изделие за керамика, Кен, из керамики. Вот такие интересные фигурки керамические. Вот чаша, вот ханукия еврейская, подсвечник. Вот интересно. Это, наверное, вот женщина, она мастер из Эфиопии. Эфиопия, Кен? Эфиопское искусство. Кен, Кен. Русия, аниме Руси. Шалом. Вот тут женщина недавно пришла, вот она выкладывает только браслеты на руки. Самые разные браслеты. Вот это сидит гадалка. Так, вот на этой стороне посмотрим, что. Вот мелкие, различные мелкие украшения. Детские украшения. Мезуза, вот эти коробочки. Мезуза, это для свитков Торы, которые... для кусочка из Торы, который вешается перед дверью. Вот. Пойдем дальше. Вот здесь бижутерия. Серьги, цепочки самые разные. Мы можем видеть. Вот какие симпатичные сережки, посмотрите. Медальоны, цепочки с сердечками. Здесь то же самое. Украшения, это скорее брелки для ключей. Брелки для ключей, цепочки. Вот. И вот эта женщина, она сама делает, вероятно, вот она сейчас занята тем, что она делает вот эти украшения. Тут много на этом рынке мастеров, которые вот сами делают, сами же продают. Вот такие картины детские. Яркие, красочные картины. То же самое. Цепочки с украшениями. Вот художник, который рисует эти картины.
детские картины. Видите, он тут же, у него такая мастерская под открытым небом, стоит небольшой кассовый аппарат. И он тут же рисует краски, кисти. У него здесь все материалы для творчества. Вот это такие символы. Вот эти ладошки, которые являются символами мира в Израиле. Молитвы там внутри этих ладошек есть, видите? И ту же мезузы, которые вешают на дверь. А вот это для телефонов, футляры для телефонов. А ты кашертилай? Вот украшения такие, вот знаете, вешают на потолки, и они издают приятный мелодичный звук от ветра. Также украшения в виде цветов в горшочках. Тоже вот мастерица, она все это делает. И тоже у нее рядом стоит кассовый аппарат, вон, и она продает свои изделия. Вот, это все бижутерия. Это все бижутерия. Это феррит. Вот. Ну, на этой улице Махалат Бениамин мы видим масса кафе различных и магазинов. Вот магазин тканей. А вот еще одни подделки из дерева. Вот сидит мастер. Мастер, женщина, которая... мужчина. Который вырезает это все из дерева. Вырезает это все из дерева, и вот получаются такие красивые.